Добрый день. Сейчас мы сделаем Packet Tracer 14.3.5. Здесь у нас базовая настройка роутера. И давайте сразу и начнем. Итак, только начнем мы не с настройки роутера, а с настройки двух компьютеров. Это ПК-3 и ПК-4. Вот они у нас тут вот. И их нужно настроить им IP-адреса. IP-configuration заходим в ПК-3. И просто из таблицы копируем IP. Вот так. Ctrl-C, Ctrl-V, SH24. Вот так вот, 255, 255, 0, все. И дефолт gateway тоже копируем. У нас тут все это есть. Ctrl-C, Ctrl-V. Просто чтобы потом на компьютер не отвлекаться и не забыть о них. Так, все. IPv4 настроили, осталось IPv6. Так. Ctrl-C, Ctrl-V, /64. И default gateway тоже копируем. Все. Закрываем. Получили 11 баллов, как видите. И таким же образом настраиваем ПК-4. Desktop, IP-конфигурация. И копируем IP. Первый IP копируем. Так, опять-таки. 255, 255, 0. Default gateway копируем. И IPv6 конфигурацию. Ой, стоп, что я делаю? Стоп, а это откопировал? Да, тот копировал. Вот это вот. Ctrl-C, Ctrl-V, /64. И default gateway. Так оно скопируется, ладно, не важно. В конце убираем все это, а то оно не засчитает. Все. ПК-1, ПК-3, ПК-4 мы настроили. Давайте по-быстрому проверим check-result, чтобы больше не сомневаться. Все, все настроено правильно. Все остальные баллы мы настраиваем только роутер R2. Давайте к этому и приступим. Итак, вот здесь настройка ПК, мы это сделали. Дальше, configure the router. Так, терминал, exec mode, configuration mode, это легко, enable configure terminal. Device name to R2. Итак, теперь я показываю, что у меня есть вот такая вот штука. Так намного проще будет все настроить. Но я буду по одной команде копировать и говорить, что это делает команда. Так, hostname R2. Меняем название роутера. Device name to R2. Configure Cisco as the encrypted privileged exec mode. Вот, enable secret Cisco. Paste. Enter. Дальше. Domain name. Paste. Дальше. И где-то здесь. Domain name. Disable DNS lookup. Вот. No IP domain lookup. Так. No IP domain lookup. Дальше. Encrypt password. Service password encryption пишем. Paste, Enter. Я просто копирую, чтобы ускорить, чтобы вручную не вводить и сделать видео покороче и таким же информативным. Так, но Service Password Encryption. Потом username и ему password encryption. То есть username и secret. Копируем и вставляем. Готово. Потом generate a set of crypto keys. CryptoKey generate RSA пишем. Сначала саму команду. И потом нас спрашивает, сколько бит. 10.24. Enter. Все, готово. Так, дальше. Assign Cisco as console password. Заходим в настройку консольного порта. Line console 0. И устанавливаем пароль Cisco для консольного порта. Окей. А потом тайм-аут входа, где это написано. 6 минус. Вот все в этом абзаце мы настраиваем. Тайм-аут 6, логин, логин, synchronous. Вот это вот все копирую. Ctrl-C. Paste. Готово. Теперь настраиваем также, ну не также, немного по-другому. SSH, это line VTI 0.4. Вот.
По сути, делаем то же самое. Делаем, чтобы транспорт пароль CSCA, транспорт импорт SSH делаем, тайм-аут 6 секунд, логин local. Вот это вот все копируем. Paste. Все. Так, дальше. Выходим. И нам нужно баннер настроить. Баннер копируем. Paste. И здесь нам говорит, где про баннер. Вот. Create banner Z. Вот так вот просто скопирую. И в конце решеточка. Готово. Так. А дальше нужно включить IPv6 роутинг. IPv6 Unicast Routing. Копируем, вставляем. Configure all four interfaces on the router. Так. Просто настраиваем все интерфейсы. И потом сохраняем конфигурацию. Давайте начнем настраивать интерфейсы. Так, первый интерфейс G001. Мы задаем ему IP-адрес из таблицы, маску, IPv6 адрес из таблицы, IPv6 link local и description. И no shutdown ставим, чтобы он был включен. Включаем интерфейс. Все, все это копируем. Потом я просто это скопировал несколько раз и немного поменял IP-шники. Ну и интерфейс, который мы настраиваем. Поэтому все так просто и быстро делается. Опять-таки, вы можете поставить видео на паузу и просто посмотреть все эти команды. И если что, сверить, если у вас что-то неправильно. И еще одна последняя. Paste. Все. 100%, но нам нужно еще сохранить конфигурацию. Поэтому делаем do. Copy. Run. Start. Running config to startup config. Вот так вот можно быстро это все сделать. Все, готово. Мы сохранили конфигурацию. Полностью настроили роутер. Как видите, это было очень быстро. Все, потому что я заготовил заранее команды. Заготавливать их намного быстрее и проще, чем тут все прописывать. Итак, потом вы можете все эти пинги проверить. Все это ответить на вопросики. А на этом все. Пока.